Рекордную за последнее время партию спайсов стоимостью более 38 миллиардов рублей изъяли наркополицейские. Сотрудники ФСКН провели масштабную спецоперацию. Ликвидировано транснациональное преступное сообщество. Нелегальный канал тянулся через полстраны. Как сообщил глава ведомства Виктор Иванов, преступная сеть включала в себя дальневосточный Уссурийск, где была перевалочная база. Туда через российско-китайскую границу приходили большие грузы с концентратами. Затем на автомобилях в специально оборудованных тайниках их везли в Новосибирск и Казань. Хранили их в гараже. В боксах там обнаружили почти тонну сырья, из которого можно было изготовить 19 тонн курительных смесей. Ну, один канал контрабанды и избыта жители Эстонии, поэтому операции дали кодовое название «Эстонский Ноктюрн». Задержаны 23 человека.